Каждый год в один и тот же день будущие автомеханики, слесари, продавцы, повара принимают участие в забеге, посвященном Дню первокурсника. Здоровье – залог всех ваших успехов. Поэтому сегодня те результаты, которые будут у вас, я думаю, будут они замечательные. Я думаю, сегодня, именно сегодня вы определитесь, в какой секции будете заниматься. И именно с сегодняшнего дня вы поймете, что здоровый образ жизни – это здорово, это замечательно. Эту традицию студенты не нарушают на протяжении уже 33 лет. А появилась она в 80-м году, когда в 17-е училище пришел работать заместитель директора по спортивной работе Николай Велякин. Это моя идея была, и вот эта идея идет до сих пор. А вот почему решили вот таким образом? Ну, это посещение студентов. Они, во-первых, столько собрались, некоторые друг друга не знали, вот здесь они познакомятся, потому что там будет вид эстафета, это команда, чисто командный вид спорта эстафета. Притрутся друг к другу в группе, ну где как в труде и в спорте они узнают друг друга ближе. На этих соревнованиях мы стараемся отобрать ребят, которые в дальнейшем будут заниматься более серьезно спортом, вот, и выступать за сборную команды в училище, города, области, на областных соревнованиях по легкой атлетике. Многие спортсмены, которые прославили учебное заведение, начинали с обычного бега в день первокурсника. По традиции вместе с новобранцами в соревнованиях принимают участие студенты старших курсов, которые подогревают спортивный азарт первокурсников. Третьекурсница Анна Чебан 100-метровку пробежала за 14 секунд. Достойный пример для новичков. Девушка хорошо помнит, как бежала в свой день первокурсника. Тот результат был ничуть не хуже. Первый день студента был, и получается, это различается от школьного бега, и тут достоинство больше, чем в школе. И, ну, достижений много можно достичь в училище, чем в школе. Я как хочу поступать в следующем году в КМГУ на физкультуру. В сегодняшнем забеге приняли участие более 160 студентов-первокурсников. Бег на 100 метров, на 300 метров для девушек и 400 для парней, и командная эстафета. Такое испытание на выносливость прошли все. А те студенты, которые показали отличные результаты, в дальнейшем будут представлять технику на спортивных соревнованиях.